расскажем анекдот и уйдем. Да. Значит, случай, Верховная Рада, главное действующее лицо, Арсений Яценюк. Ваши аплодисменты. Так, регионы, успокойтесь, я прошу вас, перестаньте, ребят, давайте работать, хорошо, перестаньте драться. Кто-нибудь зеленку принесите, бинты, слезьте вы с табло, что вы вытворяете? Зачем вы принесли мертвую кошку? Что вы с ней? Не нужно ее сжигать здесь, что вы делаете? Зачем вы рыгаете вазон? Вы депутат! Это что, ваша политическая позиция или что? Ребята, не надо, не бейте его. Да зачем вы в него плюете? Он из вашей фракции. Друзья, давайте работать. Зачем вы надуваете жабу? Это же символ какой-то. Что это? Вот видишь, Арсений. А ты против шариков возмущался. Так, друзья, не надо. Я вам преподнесли небольшую импровизацию. Да? Такое, не знаем, что получится, но попробуем, правильно, да? Да, мы приглашаем, вот можно вас на сцену пригласить? Витя! Витя! Друзья, рассказываем, номер будет такой. Ты понимаешь, да? Нужно играть. Ты актер, я актер, он тоже актер. Вот, мы играем втроем такой номер. Он называется Виктор. Все життя мрів бути, в театрі зіграти десь ролику спектакль. Да. Прем'єра. Давайте поаплодируем ему авансом. Номер такой. Виктор Павлик и его продюсер в одном отделении милиции. Ваши аплодисменты. Сейчас, Витя, все, сиди, все нормально. Все. Добрый вечер. Сержант, патрульная служба на... Железнолинейная милиция, железнодорожная станция на Пятихатке. Здравствуйте. Это Виктор Павлик. Да. Вареники, огурцы можно купить. Кому надо? Пятихатке на. Это да. Узнаете, это Виктор. Вот, смотрите. Это я. Извините, мы просто опаздываем на поезд. Чемодан у вас пропал. Да. Пропал чемоданчик, шукаємо. Значит, смотрите, нашел чемодан. Ой, можно забрать? Не спешим, да. Я сейчас перечислю, что в нем есть, понимаете? А вы мне скажете, или это ваше нам. Хорошо, да. Значит, так, что там, плакат с Ван Даммом на. Это наш. Это Витин, да, это Витин. Газета «Авиза» на... Это не наша, нет, «Авиза» не наша. И там обведено на объявление на «Продам Славуту без фары» на. А, да, это Витина, да, это... Да, важно, да. Дальше, в этом чемодане фара от Славуты на. Да. Это наша? Наша. Можно мы заберем? Да. Не спешите. Наша. Учебник обольщения сосок для чайников. Да. Витя, я прикрою, это мое. Это мое. Карточка постоянного клиента магазина, все по 8 гривен. С 20% скидкой. Да, чья? Наша. Так, кого, ты, чья? Ты сам спалился, Витя. Не, это ж твой, ты же мне давал, ты не пометаешь. Что-то... Я просто забыл. Еще в чемодане. Карта козятина новая. Киевской области, где что-то отмечено крестиками. Что-то? Это наш гастрольный график отмечен. Что, поселок Козятинской области, что, района. Так, у нас вроде, що проплачений тур, тому нам абсолютно не мало значення, де виступати. Воно, що він проплачений, гарно, і тому... Да. Ви швидко говорите, я ніхера не розумію. Я кажу, тур проплачений, не важко де. Давайте, швидше, ми справимо.
Ну ладно, отдам вас этот чемодан. Спасибо, только, спасибо большое. Только автограф. Автограф. Ну, автограф, конечно. И без автографа. Не, не, ну, отпущу. Ну, ну, конечно. Вот, да. Да, не, не вам, Антон, распишись мне. А для кого? Молочному отмирнику. Молочному отмирнику, хорошо. Да, спасибо огромное. Видимо, мы тебя очень любим. Спасибо тебе. Да, друзья, вот давайте поаплодируем. Виктор Павлик! Шикарно сыграл! Актер! Спасибо огромное! Петь не буду, друзья. Нет, это будет не песня, это будет нечто другое. Номер из общего цикла, который называется «Красная книга». Ваши аплодисменты, пожалуйста. Дорогие друзья, мы расскажем вам о редких и исчезающих видах. Лекция номер один, давайте, записывайте. Я расскажу вам про водителя «Жигуля». Выпуска, 80-го года где-то. Кто-то называет эту машину корытом, и только водитель «Жигуля» называет ее раритетом. У водителя «Жигуля» нет аптечки огнетушителя, он не болеет и не зажигает, он спокойный мужчина. Он никогда не включает повороты, потому что он до конца не уверен, куда повернет его машина. Вы легко узнаете его по тонировке. Обычно «Жигуль» затонирован полностью, чтобы водитель «Жигуля» мог смотреть в окно, видеть только себя и спокойно выдергивать из носа волосы. Но водитель «Жигуля» на самом деле есть дворники. Он украл их с одного «Мерседеса» в прошлый вторник. Но он возит их в бардачке, где разные детали, и никогда не достает, чтобы их не украли. Аплодисменты. Водитель «Жигуля» моет машину по большим праздникам. Таких праздников два – Новый год и дождь. Водитель «Жигуля» никогда не дает гаишникам взятки. И не потому, что у него нет денег, ну и поэтому тоже. Водитель «Жигуля» любит музыку, он музыкальный маньяк. У него сзади две колонки от магнитофона «Маяк». Заднее стекло нифига не видно, но и бога ради, ему пофиг, у него прицеп сзади. Водитель «Жигуля» есть такая традиция от отца к сыну передавать тайное знание. В каком месте постучать по спидометру, чтобы спидометр показывал скорость правильно. Если вы планируете ездить на «Жигулях» зимой, ну что ж, удачи вам будет не сладко, но подготовьте свой автомобиль к зиме. Пойдите в магазин и купите себе норковую шапку. Водитель «Жигули» на ночь сливает бензин, он на вкус различает 76-й и 80-й. И, кстати, 76-й это далеко не предел. Если бы был 45-й, водитель бы ездил на 45-м. Водитель «Жигуля» в бардачке, там только самые нужные вещи. Свечи зажигания, поломанная половинка Сникерса, карта Киева, солидоля, синяя изолента, лампочка, 4 мятные конфеты, гильза, одноразовый стаканчик, 4 раза использованный, вторая половинка карты Киева, антиполицай на всякий случай, головка чеснока, если антиполицай уже не помогает, презерватив, 18 зажигалок, 2 аудиокассеты, карточка 2% скидки на автомойку, сальники, халва в пакетике, расческа. Сука, вот она, я ее ищу, ну. Спасибо огромное. Саша, по прозвищу Стрелок, Антон Бирник, специально для вас. Спасибо. Серия «Ментир» под общим названием «Рынки разных народов». Начнем с простого, да? Как мы себе представляем, рынок в Египте. Ваши аплодисменты. Дрюк, Дрюк, иди сюда, иди. Дрюк, Дрюк, вот. Вот, для тебя, друг, 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 tell me your price, tell me your price. I don't know, no, how? $50, друг. No, thank you. No, today no business. Today no business, only presents. Tell me your price and, okay, друг. For you, it's for you, друг. Tell me your price, $10. No, друг, go. Стой, друг. No. Путин, матрешка, балалайка, друг, tell me your price, tell me, $50, $10. No, все. go, стой, друг, иди сюда, okay, it's for you, okay, Гардия Марьины, Софья, Алешка, Софья! Алёшка! Софья!
Пойдем со мной в Кронштадт. $10. No! No, no, друг! Друг, болячки! Фу, Канада, Канада, что? Tell me your price, друг! $10. No, no, друг! No, 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 okay! Okay, $10. Give it out, go! Алло, Серега, ты далеко? Тут такая лавочка, тут человек за $10 такой цирк устраивает, приходи. Да. Посмотрите. $10. Okay. Следующее. Рынок в Украине. Сыночек. Сыночек, иди сюда. Здравствуйте. Иди сюда. Подвези себе косметанка. Подвези себе косметанка. Дай это попробуй. На, на тебе на ручку. На, все. Просто попробуй. Я не хочу. Ты попробуй на косметанку. Ты же можешь себе хорошо сыпать. Спасибо большое. Ты смотри, сынок, не хочешь сметанку, дай медок. Все, медок. На тебе, ляп, на медок. На. Я не хочу. На тебе, ты съешь медок. Такий же гарний медок. Да він же на травах, він же сліповий цвет. Подобав. Сыночек. Я не поэтому, я... Не хочешь, не хочешь, дивись, на тебе котлетку. На котлетку, на тебе котлетку. Попробуй, там падает уже, ешь быстрее, давай. Ешь котлетку, попробуй, сыночек. Ну, кутная хорошая котлетка, так я же понял, что оно... Я не, я, спасибо, не хочешь, не надо. Не хочешь, сыночек, сыночек, возьми борщика, на тебе борщика, на. Ну, давай, на штаны капай, ешь быстрее. Гарный борщик, покушай, сыночек, все. Я не хочу, не надо, не надо. Что ты оставляешь такой, ну, гарный борщик? Я не буду, спасибо, мне не надо. Сыночек, хоть, ну, не хочешь брать сметанку, возьми дурь. Дивись, какая дурь гарная. Попробуй, таку в городе вам не дают. Попробуй. Це домашня, це дичка гарна така, ти що? Ти з'їй гарненьку дурь, давай така. О, хороша дурь така, синочек, дивись. Я не, спасибо, мені не надо. Що таке? Я просто, я, где у вас туалет? Я там руки испачкав в солідорі, мені руки помить надо. А то макай в борщ, заодно і навар буде. Давай, давай. Следующее, ринок во Франції. Здравствуйте, да. Месье, можно, какое вино можно взять? Я бы хотел взять вино. Месье, возьмите Шабли. Шабли 73-го года, отличный, отличный аристократический напиток. Такой вот тонкий, изящный вкус, такая легкая терпка, знаете, такое изящное послевкусие. Понимаете, вот с каждым глотком как будто солнце заглядывает в окна вашего дома. Возьмите. У меня квартира. В окна квартиры, солнцу пофиг, куда заглядывать. Возьмите. Понимаете, мне просто тетку напоить и в постель уложить, и все. Тогда вот, пожалуйста, Беля Скеля в пакетах. Ага. Шмурдяк созданный, чтобы валить с ног. Самый серьезный рынок, рынок в Кремле. Почем газ у вас? $280 за кубометр. А скидочку можно нам? Я не хозяин, вы знаете. Да ладно. Ну не, я сейчас дам вам скидочку, я сам ничего не заработаю. $280, да? Долларов, да. А хороший газ у вас? Хороший газ, хороший. Отличный газ. Да? Супер, да, все нормально. Не знаю. А если я много брать буду? Ну а куда вы денетесь? А давайте так, я вот сейчас газ возьму, а деньги потом отдам, можно? Не, я уже... Меня во всем мире знают. Ну я знаю, что вы кидаете. Не надо. $280, прямо сейчас рассчитываемся, берите, пожалуйста, сколько угодно. Да просто я не разбираюсь, меня моя послала. Она говорит, иди, а я не разбираюсь, что вот как... Юля, иди ты, да, поговори, да, с ним. Лучше, Юля, иди сюда. Спасибо огромное. Андрей Молочный. Антон Клиник. Дойка Мельничакова. Спасибо.